наверное, подумали, что сейчас будет блокбастер там и все такое. Да нет, друзья, это просто мои немножко импровизации в видеомонтаже. Ну что, мы готовы начинать. И, как всегда, я с вами, ваш сэр Алекс. Полетели. У нас сегодня день города. Ну вот. Хочется пожелать городу процветания, удачи. Ну, в общем, всего самого хорошего. Передали привет. Друзья передают привет вам. Отельный ресторан Астрал. Ателье рулит. Друзья, кстати, скажу, что в Мелитополе это такая традиция. На день города, именно утром до вечернего концерта, все компании, магазины, ларечки, все, кто может как-то себя презентовать, вот, выходят сюда, вот на эту улицу, и презентуют свой товар, продукцию и так далее. Поэтому мы видим с вами и диванчики, и автопровод, в общем, все, и кучу-кучу народа. Кстати, это неплохой способ прорекламировать свою компанию. Конечно же. Помахайте, передайте всем привет подписчикам. Привет! А вы кто у нас? Державный начальный заклад, Мелитопольский багатопрофильный центр. Професійно-технічної освіти. Понятно, молодцы! Самые лучшие велосипеды в Мелитополе от компании... Что это? Магазин? Магазин «Веломастер». Опа, это для девушки, ну, конечно, это же... Лена, как ты думаешь, для кого это? Это, кстати, для девушки. А тоже для девушки, да. Ё-моё. А я, идём сюда, я покажу вот этот шикарный. Вот этот? Там для... А, вот этот, да? Шутный. Да. Шутный, да, чтобы не упал, да? Да. На каком ты катаешься? Мой, это как раз вот этот. Вот этот? Мне больше всего этот раз. Друзья, пишите в комментариях, какой велосипед вам больше всего понравился. Знаете, хочется, чтобы в нашем городе и вообще по всей стране было больше велосипедов, нежели машин. Тогда будет намного чище воздух во всех городах Украины. Кто за, ставьте лайк. В общем, красивые девчонки в Мелитополе передают всем привет! Девчонки танцуют, руль. Не важно, сколько тебе лет, можно даже в этом возрасте танцевать под детские песни. Это же весело. Вперед! Давай, Рома! Друзья, готовимся к Зурепаду. Репетиция в железнодорожном ДК. Я не могу. Ну, дайте этого поросенка сюда. Гляньте, кого я здесь нашел, друзья. Это поросенок. Я не знаю, хрю-хрю, наф-наф. Кто это? Ниф-ниф, наверное. Красавчик. Вот такие вот мягкие игрушки есть в ДК железнодорожников. Так что приводите сюда детей, пусть поиграются. Алия, Дим, Вит, ДК железнодорожный в Олимпийск. В Олимпийск.
представь, Димон, слышишь, мы сейчас идем на концерт, а его уже нет. Напоминает Кириллов. Идешь, и тут шашлык, всякая жратва, всякая выпивка на любой выбор. В Кирилловке такое было каждый день, а здесь только один раз в год, на день города. Посмотрите на ее взгляд. Блин, ну нельзя так мучить животных, капец. Гляньте на ее глаза. Друзья, ну что, направляемся уже туда, где будет центр всего самого-самого активного и позитивного. Конечно же, напомню, что сегодня у нас выступает группа ДИК.
Витя действительно шот, поехали! Жителька микрорайону нашего жителька. За мечтой, чуть темно, ты, ты душ перегоряешь, что же ты?